Очень качественно. Я хочу выразить слова глубокой благодарности всем почетным гостям фестиваля, всем, кто приехал к нам в эти солнечные майские дни для того, чтобы сделать наш праздник еще более знаковым и интересным. Я благодарен своим землякам за очень теплую встречу и поддержку всех тех идей, которые вот уже третий год реализуются на кинофестивале «Харьковская серия». Я думаю, что молодые кинематографисты, которые будут бороться за главные призы, будут не только получать адреналин от соревнований, но еще и получат неизгладимые и незабываемые впечатления от встречи с любимым саду Шевченко. Я поздравляю всех нас с этим событием и спасибо огромное всем, кто приложил руку к организации данного фестиваля. Уважаемые харьковчане и гости нашего города, я приглашаю к микрофону нашего земляка, председателя жюри Международного кинофестиваля «Харьковская сирень», народного артиста России, члена Президиума Союза кинематографистов России Владимира Петровича Фокина. Здравствуйте, мои дорогие земляки, я счастлив снова быть в родном городе и в таком приятном, но и ответственном качестве в роли председателя жюри. Жюри в высшей степени почтенное, люди все достойные, бескомпромиссные. Споры у нас уже начались глубокой ночью после вчерашнего открытия, поскольку мы стали смотреть картины. И приветствую здесь выдающихся деятелей французского кино, которые оказали нам честь участвовать в нашем фестивале. И да, сегодня оставят в нашем родном Харькове отпечатки своих ладоней, которые навсегда действительно будут всем будущим харьковчанам напоминать об их визите. Приветствую вас еще раз, дорогие друзья. Уважаемые коллеги, и надеюсь,